В своем обращении Роман Гребенников заявил, что, несмотря на создавшуюся ситуацию, он считает своим долгом продолжать исполнять обязанности главы Волгограда. И привел для этого ряд юридических оснований. Во-первых, он считает, что указанная в постановлении причина отрешения незаконна. Во-вторых, как говорится в заявлении, постановление об отрешении избранного главы города является на сегодняшний день формальностью, поскольку оно не согласовано с депутатами Волгоградской городской думы. Свою точку зрения Роман Гребенников намерен отстаивать в суде.